Ля, какой, конечно, он Кент вообще. Уважаемый. Сразу видно, уважаемый. Уважаемый. Теперь Алика ждем, блин. Алика ждем, да. Так, ну чё, куда туда? Ну вот на синее пойду. Там, походу, какое-то самое большое озеро, да. Там, наверное, вся тусовка. Ну да, там. Там одно озеро. Вот. Тут три озера маленьких. Три два маленьких, нет, а одно, да, там одно большое, да, там одно большое. Вот, я туда иду. Ля, вообще, конечно. Кайф. Ой, там такие камни какие-то прикольные. Это где? Ага. Потом прогуляемся туда. Я смотрю, все там на сплей. А ты играл вообще? Что-то, слушай, 1, 2, 3 не нажимаются, типа звуки. В настройках там что-то поменялось. 1, 2, 3 это вообще обилки какие-то, блядь. Обилок всего 2 на ЛКМ и ПКМ. Чего, блядь? А, не, вот это вообще без понятия. Это может нам это... Умбра что-нибудь подскажет. Умбра что-нибудь расскажет, да. Симпатичненько тут так-то. И леса, много полян, короче. Тут такие, причисто поля. Тупо поле. Поле. Ля, ну конечно кайфово. Сразу этот Рексик вспоминается. Но он, слушай, у него ноги длиннющие, конечно. Он типа сзади немного на Карнача смахивает. Чуть-чуть типа. Вот. Ох, нихуя. Но если, но если приблизить... Да я говорю, бля, какой он огромный пиздец. Вообще здоровый Кент. Музычку подставить такую. Ду-дун. Бегает тяжело, конечно. Тяжело. Хотя такая машина и должна так бегать, наверное. Не так, как это в этом, блядь, в Исле. Ну он потихонечку бежит такой, тын-тын-тын-тын. Ну представь, сколько такая машина весит, блядь. Тон 10. Хуя. Больше, да, наверное, тон 20, блядь. Я единственное, что знаю, читал, что типа это... Что у него хвост типа пиздец. Типа опасный, блядь. Опасный? Опасный, да. Типа на конце кусок консервной банки, если что, может и как бы ебать. Ну, говорят, бьет очень Ова. Больно, блядь. Но он бьет хвостом. Да, он бьет хвостом, но говорят, очень больно. Мне знаешь, что нравится? А, короче, замутили, кричишь, и можно ЛКМ сразу кусать. Типа, ну, байтить на крик. Байтить, да, я понял. Прикольно. Типа, можно вообще что хочешь делать. Хуя хвостом сразу. Но они будут добавлять еще какие-то билки. Я так понимаю. Типа тарана какого-то трайка, или как его там зовут. Вот, ну. И будут другим тоже добавлять всякие приколы. Прикол Десы. Но со звуками я не понял, что за прикол. Раньше я помню, на Z, Z, по-моему, зажимаешь, там тебе такая эта хуйня выпускать. Да, не, она вылазит, да, на V английского. А, и, ну, типа, да, оно все кляцается, но именно хочется, типа, чтобы оно просто было в доступе, тыркнул что-то и этот. А оно в настройках даже не ставится, прикинь. То есть оно ставится, но не срабатывает. Может баг просто. Может баг какой-то, да. А ну-ка, сейчас на намблок поставлю. Вот, например, получается крик на какой-то вот этот vocals broadcast. Вот этот, наверное. Нам 4, да? Надо как-то сохранять. Нет. О! О, на нам 4 поставим. Все, нам 4, я ору на единичку. Все, не можно поставить. Короче, 1, 2, 3 просто не работает. Надо именно ставить на что-то другое. Mm. У меня на мышке 12 кнопок, я туда и поставлю. Типа похрен. Да, стамин у него, кстати, устанавливается вообще пиздец долго.
Да, вообще медленно. А если лич? О, я почти пришел. Ну, сидишь, когда у него, типа, заебись, оно останавливается. Ну, это у всех, наверное, так. Да все сидя вроде, там что-то регенится хорошо, останавливается, стамин и так далее. Походу из хищников я буду за него нахуй хуярить. Ну он кайфовый, бляга, конечно. Блядь. Прикольный кентик. Кентик такой. Два пальчика у него, все как это, все как надо. Так они же разрабы говорили, что до сплета это типа вместо Тирекса, да? Ну, не вместо, я просто слышал, потому что, типа, изначально, они уже... изначально планировалось, что они не хотят, они не хотели типа изначально делать типа модных динозавров, модные типа Трайк, там вот этот, тиранозавр, и они такие, мы сделаем своих, сделали там вот этого дисплета второго, ну вот этого не Трайка, а какого-то другого вот этого типа, Альберт Цератопс или как он там? Да, вот. Да. А там же, типа, ну, была такая возможность, что типа, вы можете, в принципе, если захотите, типа, кинуть нам бабосов, и мы сделаем динозавра, которого вы хотите. Да, там, да, типа, тиранозавра сразу же собрали. То есть там, типа, надо, знаешь, там было 300 тысяч долларов, там, типа, за день сразу хлоп. Все, давайте, делайте нам тиранозавра, суки. Ну, бля, когда бабки есть, то хули нет. Ну да, фанаты-то. Хотели Рекса, вот вам будет Рекс. Жалко, ютку не сделали. Ну, ютка модов будет. По кайфу. Не знаю, может потом сделают. Угу. В моде уже есть юта. Типа, есть мод, да, есть, да, юта, да, просто. Мне интересно, они добавят вот этих огромных травоядных, типа, там... Бля, я хотел бы, чтобы, да, там какая-нибудь пуэрта ходила. Ну, типа, не играбельная, чтобы была, а типа, просто такая, хуяк, там, стадо этих пуэрт хуячит. О, бля, ебать, тут, эти, блядь, тут этих дисплета, да, три штуки. Ой, два, два и... А, нет, три. И этот, и утконос этот гигантский. Ну, утконос вообще пиздец, опасно. Ой, блядь. Ебать, мне еще хуярить, конечно. Я почти не имею. Здорово, кентафарик. Кинь пати-то мне. Или подожди, давай я тебе кину. Как тут вообще? Я забыл уже, как пати кидать. Я сам, сейчас, погоди. Социал, во, не... друзья, во. Так, Фрэнс, ты у нас, да, Витёк. А чё надо нажать? А ты, блядь, уже в какой-то пати или ты не кинул? Я не в пати, нет. То есть у тебя тоже какая-то фигня нарисована. Вот, плеер лист, наверное. Может быть, вот здесь. Да, 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 плей. Витёк, вижу, вот, я тебя нажал. Да, вот. О, это вот этот. Стега. Здорово, дядя. Махаться будем. Что ты тут мне это? Или ты чисто рофлишь? Спиныч. Бля, ебать, Спиныч здоровый. Слышь, этот вообще велипедрический, поздравление с ним. Он чисто малыш такой, просто. Ты гигу возьми, блядь. Просто, смотри, просто, блядь, машина. Там два спиныча гигантских. А, не пиздится. Так, ну, Стега такой сел, чисто смотрит. Чисто, да, захватил этот пикой чипс. Да хуя спиночи, 4 спиночи, крокодил. Да там, по-моему, какое-то обновление ходило для спины. Но спиночи, я знаю, вообще стамины нет. Я так понимаю, тут кентафари хочет подраться со спиночем. Бля, ну он весь разъебанный. Ой, да, ну типа не, ну дисплей-то отсасывает спиныч, спиныч сильнее, я смотрю.
Ну, ну типа маленький это... прям. Вот сейчас один дисплей отъехал, короче. Один разъебанный. Но спин еще, я так понял, догнать его не может. Да, если спина накусал, то отъедет. Так, ну что, помогать, я так понимаю, мне придется. Ну я почти пришел, блин. Давай, давай, братик. Бля! Что-то я отвлекся. До свидания. Ебать, блит мне дал. Ну, кстати, посмотрим, как он регенит. О, кстати, о, показывает, сколько у тебя блидом снимется, короче. Если тебя укусили? Да. А, и показывает, сколько он будет действовать. Нифига, вообще удобно все. Четко, слушай, кайфово. Все, да, в натуре показывает. Это все, Бублику, не надо делать расчеты теперь. Да, не надо расчеты там, типа. Не, ну расчеты надо все равно, но считать, ну не расчеты, а просто, типа, тестить, сколько надо укусов там. Ну да, на, да. Динусы, чтобы он отъехал. Там он Зухича хуячит один дисплета. Этот вообще пропал. Короче, дисплета я смотрю, ну типа не имба. Что-то отсасывает Зухича. Один на один. Мне Стега понравился вообще, пиздец. Стега, блядь, пизды дает всем, в принципе, блядь, если правильно в него играть. Да, отъехал. Ну, типа, Зуха вроде подразъебанный такой, чутка. Но я бы не сказал, что он... Ну, не, он не подразъебанный даже. Возьмем кусочек и пойдем. До свидания, мистер Зуха. Как съесть-то его? Мне почему-то кажется, то, что имбой будет алики. Мне кажется, то, что имбой будут алики. Ну, с блидом их, скорее всего, да, возможно. Там дисплета этот рофлят над Зухой. Мне дисплет напоминает, короче, это Рекс Сабрекс. Ну да, он что-то такое, типа Альберта Сабрекси какой-то. Ну, типа, блин, ну, у Спиныча прям отсасывали эти 11 сейчас. И Зуху один на один не развалили. Ну, один на один. Зуху не смог развалить чего. Ну, типа, видно, что там дамага не хватает или что-то. Я думал, он будет большой, типа. Не, когда никого не было, я, ну, такой смотрю, он, типа, прям нормальный. Я, когда подходишь к кому-то, блядь, ну, он, типа, как Алиарамус какой-то, я не знаю. Нездоровый ни хрена он. Нормально они тут народу. А нихуя, вас тут так много, пацаны. Сейчас тут вообще дохуя народу. Там уже кто-то скинчик, я смотрю, открыл досплета. Ну да, он беленький уже есть. Один вон с какими-то красными полосочками. Ах ты, в хвост не могу, смотри, пройти. Ну вот это круто. Да не круто, типа вот хвост-то должен проходиться, но типа и отгибаться, как у крокодила, знаешь? А, ну типа отгибаться, да. Да, что это за бред вообще? Но он такой, типа, блядь, не очень поворотливый. Ах ты, сука.
блядь. А, спина блит не дает, да? Спина дает, видит. Ебать, я тут превьюшку сделал. Че, хуячим этого? Петуха. Да. В десятером-то. Он съебется в воду просто, да и все. Пошел в очко. Стаминка. Ну, хвостом не очень больно, кстати. Да, хвостом не очень больно. Ну, кстати, ты так не хуёв... А, да, он тебе так не хуёв всё равно хвостом, блядь, скидывает, если попадает. Всё, до свидания, хилится. А он воду слепил, ходит. Да понятно, у него там бреда, блядь, нормально. Тупостая. О, один наш откис. Блять. Брукай. А, типа, он это. Не может, да, нас это? Догнать нет, не может. Ну, именно это ходьбой, короче, он нас не догоняет, да? Не-не-не, мы слишком топаем быстро. Но у меня баланс сделан. Типа, если вообще скоростного взять, то он вообще нормально, наверное, по кайфу. Но я бы только через хвост заходил, потому что бреда нормально он, конечно, кидает. С ударом, не помню, дал, ну, нормально, типа. Бля, стаминка... Стаминка это вообще пиздец. Поправили бы ему стаминку, на самом деле, это как, чтобы он чуть-чуть побыстрее бы обменялся. О, смотри, гном тут какой-то. А ты тут чё тявкаешь? О, два даже гнома. Так, хочу ущипнуть, пожрать. Ах ты собака сутулая. Пошел нахуй. Звука? Да. Такой притерся тут. Добрый вечер. Я диспетчер, да? Так. Оп. Кусочек взяли. До свидули. Чуть пополнилось еды. Жалко, спринта нет никакого, я себя. Давай, бей. А у него стамина тратится, когда он бьет хвостом, интересно? Ну-ка, у меня тратится? Нет. Нет, не тратится. Вот это заебись. Да-да. На, нахуй, хорош. Поджопника ему. Ну, мне кажется, мы вообще бледа не даем практически. Да я тоже думаю, что-то хуйня какая-то, он, по-моему, течет. Просто укусами. Блядь, но ему больно. Ему больно. Ну, короче, примерно на одного... Блять. Давай. Не даем бледа. Это как его? В принципе, три досплеты на одного спина, да даже два. Ну как мы с тобой на собрексах, короче, разъебывали. Так бледа нету бледа. Так не бледа, это да, не дает, ну типа мы можем, типа, это как у томить его так долго. Задушить его? Ну. Да.
Ну это долго будет просто, долго, это вот да. Это единственный, да, минус. Но он типа говорят кость ломает. Ты что-то я не заметил нихуя, чтобы он там что-то ломал. Ебать тут, конечно, этих пацанов. Пиздец. Ну, спину уже плохо. Да? Его там сжирают, блин. Мне кажется, спины жесткий слишком, он разъедет. Да не, он красный, блин. Красненький, блядь. Да. Хуя тут еще и зухи, блядь. А их кто-то тоже тут немало. Крокодил он даже есть. Я думал, за них уже никто не играет, блядь. Зухасом бледаун дал пацану нашему, потек. Нормально видно, что, когда у тебя кровь, типа прям жестко видно, что кровище. Но я так понял, дамажит она одинаково, просто длительность, типа такая либо такая. А чё, хвостом он больно бьет? Ты проверял, нет? Давайте в ебу, иди сюда. Попал вообще? По-моему, нет. Попал, попал. Да, сейчас попал. Ну такой, типа даже, по-моему, так же, как и укус, типа, по-моему, одинаково. И укус бледа не дает, что за приколы вообще? Хоть бы хоть что-то, какой-то дебаф вешал. Ну, может, потом добавят, хуй его знает. Просто кошмар, как их много. Нашествие, блин. Отдыхаем. На чили, на расслабоне. Ты себе обычного взял, я-то себе этого шустрого, по-моему. Да, у тебя шустрый с зубами. Не, у него обычный. Стандартный. Ну, жирный, слишком жирный, у него, а у шустрого хз. Худой он какой-то. Бля, мне кажется, они сделали хвост какой-то, знаешь, типа деревянный. Ну, типа, когда садится или ложится. Тоже нормальный хвост. Хвост. Чё, закончик не мечтается. Я понял, короче, тут противостояние спинозавры зухи против досплейта. Пацаны, нас больше количеством берем. Бля, была бы дилка, я бы сейчас, ох. Ох бы я тут сейчас наворотил, елов. Надавал бы всем бледа, все бы в ахуе ходили. А чё там вы след-то, чё ты поменяли, не поменяли, ты играл? Да, не знаю, я не играл. Уже давно. Мистер Стега, мистер Стега, я тебе цветочек, смотри, вот цветочек тебе. Все, пизда там до сплета, это по-любому. Пизда, реки, да. О, и Сега, слушай. Но Сега тоже отъехал. Ну, слушай, там, а сколько укусов-то понадобилось? Вдвоем можно, походу.
щелкануть его. Ну, можно, но это пиздец. Это ты, если ты три удара получишь от стеги, это пизда. Там, блядь, тут еще зухи что-то. Зухи, блядь. Развоёбывался. Да сюда. Я застрял. Блядь, я в зухе застрял, меня еще свои жрут. Я зуху так нихуево написал, конечно. Ой, бля, я вытеку, если не лягу, походу. Да? Да. Ой, блядь, меня травоядный этот рогатый хуй, блядь. Ну, да, в натуре. Я пошел хилиться. А я пошел откисать, блядь. Все, адьос, амиго. Тебя понял. Ах ты, блядь, мразь рогатая, блядь. Я же сейчас возьму стегозавра, ты охуешь от жизни. Грибочек. Ебать, истекает. Смотри, вообще не убежать. То есть, типа, у меня вот четверть хп, ну, не убежать. Надо вот куда-то идти и прям и хилиться. Ну, стой, выживу, кстати. А вот лег вообще почти мгновенно блиц спал. То есть ложишься спать и в принципе все заебись. Да, да, да. Если тебя тиммейты окружают и контролят тебя. Пиздец. Ёбаный компот, блядь. Не, ну вот это тупо они сделали. То есть ты, если умираешь, то ты появляешься где-то на окраине карты, блядь. Постоянно. Типа, это вообще пиздец. С одной стороны, конечно, это правильно. С другой стороны, это пиздец. Типа, потому что, ну... Чтобы не было вот этой хуйни, типа, да, тебя убили, и твой тиммейт возродился и начал опять звезды давать. Угу. Ну хотя там же рос потом, да? Ко мне пришел, блин, этот... ну, это рогатая шляпа. И сломала жопу мне. Тирака. Да, она мне тоже там накинула, блядь, так нихуево.